Гостиницы, субъекты агроэкотуризма, юридические лица и индивидуальные предприниматели, сдающие в наем или под наем жилые помещения, в течение суток после сдачи обязаны предоставлять информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства в органы по гражданству и миграции. Об этом говорится в статье 43.1 Закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Однако эта норма вскоре изменится. С 1 октября текущего года вступает в силу изменения в постановлении Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 июля 2010 года номер 214, которая определяет порядок предоставления информации. Таким образом, законодательством будет установлен порядок предоставления сведений об иностранцах в органы внутренних дел в течение 3 часов с момента предоставления жилых помещений. Это можно будет сделать как через интернет, так и предоставляя уведомления лично. В отделении по гражданству и миграции Полоцкого РОВД отметили, что нарушение сроков предоставления информации ведет к наложению штрафа. Игорь Полынский, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.